Закон Ирины Яровой о хранении персональных данных может грозить российским сотовым компаниям большими штрафами со стороны ЕС. Как пишут «Ведомости», в мае следующего года Евросоюз намерен ввести новый порядок обработки личных данных. За его нарушение, в том числе иностранными компаниями, могут потребовать до 20 миллионов евро. Это более миллиарда рублей. Другой вариант – выплата до 4% от годовой глобальной выручки компании. Эксперты подсчитали, что если отталкиваться от последних цифр, то большой четверки наших операторов придется суммарно заплатить примерно 45 миллиардов рублей. Так называемый пакет Яровой обязывает российских операторов сотовой связи с июля 2018-го хранить трафик всех клиентов в течение полугода. При этом никаких оговорок о данных иностранных граждан в этом законе пока нет.